Здравствуйте! Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию машину на магнитной основе АГП МД-352. Упакована она идет вот в таком вот кейсе. Сейчас мы для вас его раскроем и покажем, что там внутри. Значит, открываем чемодан очень быстро, надеюсь. Что мы там видим? Там опа, все падает, но не упадет. Там груда металла. Не, это не металл, достаточно дорогой металл, поэтому. В принципе, комплектация стандартная, сверлильный станок на магнитной основе, защитный кожух, специальный патрон идет выточенный, цепь страховочная и резервуар для охлаждающей жидкости. Также идут специальные вот эти вот штучки у нас, из которых мы соберем ручку и ключи. Сейчас мы соберем паспорт данную машину. Да, паспорт обязательно идет. Гарантийный талон своим покупателям мы выдаем всем отдельно с перечнем сервисных центров в Украине. Сейчас мы ее соберем и покажем вам, какая она вообще визуально. Вот мы достали данную сверлилочку. Вид она имеет вот такой вот, значит, достаточно маленькая, компактная, но хорошо справляется со своими действиями. Значит, задачами, действиями, как разница. На передней панели перед вами вал расположен, шпиндель сверла, сверху расположен двигатель. Теперь мы повернем вот сюда вот. Мы установили пусковую рукоятку, при помощи которой мы... Две скорости есть? Да? Две скорости здесь. А вон они, да, видно. Вот. Мы переключаем на одну, либо выключаем на две скорости. Значит, при помощи пусковой рукоятки мы фиксируем высоту подъема. Вот так вот оно происходит у нас. Сейчас я установлю, потому что немножко... Снизу у нас расположена магнитная основа, при помощи которой крепится данная установка на металлический стол. Покрашена, хотя это Тайвань, но я вам скажу, честно говоря, я сначала подумала, что это Германия. В некоторых видео мы даже удалили это, потому что это Тайвань, но качество даже очень хорошее. Это относится к профессиональной серии. То есть достаточно качественно, надежная, тяжелая. Все элементы выполнены очень хорошо, в принципе. То есть это как бы видно с первого взгляда. Магнит покажи. Магнит. Сейчас мы перевернем на другую сторону. Значит, магнит включения-выключения. Вот здесь мы включили, магнит выключили. И включение и выключение самого двигателя. В принципе... Простая, да? Да, простая в использовании. Также здесь все основные функции показаны на картинках, то есть работа с ней достаточно легкая. В принципе, люди, которые будут с ней работать, они знают, для чего она им нужна и знают, как она работает. То есть просто посмотрите по техническим характеристикам. Если вам нужна сверлильная машина на магнитной основе и вы пока колеблетесь выбором, звоните к нам в компанию «Электромотор», мы подберем вам именно то, что вам нужно. Компания «Электромотор» имеет большой выбор электроинструмента, сверлильных машин и другого оборудования АГП на своем складе. Доставка у нас по всей Украине. Мы всем своим покупателям выдаем гарантийный талон сроком на 1 год с перечнем сервисных центров по всей Украине. Как вы видите, все у нас есть в наличии. Мы не торгуем воздухом, то есть если человеку нужен именно этот товар, то уже буквально завтра он будет у вас. Звоните к нам 53038. Все в наличии, гарантия, сервис, самые хорошие цены по Украине. А как поторговаться, скажем? Поторговаться? Ну как? Звоните и торгуйтесь. 53038. Спросить кого? Можете спросить Светлану, можете спросить Евгения. Просто скажите, что мы посмотрели видео. А если вы приобретете у нас данную сверлилку, то мы и снимете видео ее в работе, то мы вам дадим дополнительно еще 10% скидки на следующую покупку. Вот это да! Да? Ну, ждем.